момента поступления на фабрику дощечки до укладки готового карандаша в коробку проходит порядка 4 часов. Всего 75 этапов обработки. Следующий этап – калибровка. Перед вами этап заклейки грифеля в дощечку. Этап пропуска – дощечки в карандаш. Перед вами автоматическая линия для покраски карандашей. Этап заточки карандашей. Операция – упаковка карандашей. Но дорогие серии карандашей мы упаковываем только вручную. На самом деле происходит вся обработка, полное изготовление линз, призм, зеркал. Это участок механической обработки. На этом корпусе реактора у нас 143 точки контроля. Это значит, 143 раза мы останавливались, приглашали иностранного заказчика, который эту определенную точку изготовления принимал. У нас Атомаш, он лидер производства системы Росатом, которая была у нас, так называем ее, на входе. Процесс изготовления доски – это примерно около недели. С прессом мы получаем прямоугольный бланк, потому что сломал свою доску. Это форма будущей доски. Такая экспериментальная доска. Мы назвали ее Unlocal Future Board. Делом более крупным, нежели просто увлечение.
да, проверяем, сколько делается. Я уже иду 2,5 года. На данный момент я прошел 22 тысячи километров. Вообще Томск, конечно, очень прекрасный город. Я иду не по прямой. Дошел до Анапы, то 34-й регион, который я прохожу. Любая мечта, она должна осуществляться. В Томской области российско-немецкий дом. Это все предмет от российских немцев. От поддержки российских немцев, чтобы они меньше выезжали в Германию. Ну, самое важное, это, конечно, у меня здесь палатка. И вот до Владивостока. Потом я вернулся вот до Комсомольска-на-Амуре. Я прошел 22 тысячи километров за 2,5 года. Ну что ж. Томск. Пока. До встречи. Если говорить о технической стороне вопроса, то компания в этом технологическом процессе уже более 25 лет. Находимся. Руда маломощная, поэтому данная машина как раз здесь эксплуатируется. Это у нас средний или забаланс. Откуда уже из этих бункеров в автосансвалах руда отправляется на гидрометаллургический завод. Опускная порода складируется в отвалах.